это российский театр. Пойдемте. Российский театр. Мы здесь. Матвей. На спектакль «Герои в масках». Да. Только тут слишком много людей. Спектакль начнется, когда... Алик, а ты знаешь, когда мы пришли? Да, Каина, герой в масках. Когда все люди сядут на свои места. Я уже хочу, когда уже начнется, папка. Тоже требуешь, чтобы артисты вышли уже. Все, сейчас выйдут уже. Пока не выходят, да? Кто это? А кто это? Расскажи мне, Матвей, кто это такие? Это я, это Кетбой, это Гер. Понятно. И они сейчас будут на сцене? Да. Солнце садится за горизонт, и на город медленно опускается ночь. Город засыпает, а отважная команда героев, как всегда, бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора оснащается... Кэтбоя! Чего-то не достает. Ребята, подскажите, чего не хватает? А почему второй молчит? Он что, разговаривать не умеет? Да нет, он просто это... Ну, в общем, он немножко... Это лунная девочка! Как вы думаете, разве ей могли понадобиться чемоданы с фокусами? Значит, это не она. Ну, хорошо. А может быть, это проделки Ромео? Нет? Вы уверены? Остается одна кандидатура. Друзья, может, этот злодей заплачет? Ночного о самом могущественном фокуснике-злодее ночном ниндзе и его команде Нинзелина. Мы готовим невероятное, самое страшное и самое ужасающее в мире шоу. Никчемная Нинзелина, вы опять меня обманываете.
нет никакого толку. И вот что я решил. Вы стали совершенно бесполезны для меня. Вы мне больше не нужны.